Рифат, во-первых, с победой. Прошлый матч, дебют в этом матче, в стартовый состав. Вообще до сборов верил, что так будет? Надеялся, что Станислав Славович даст шанс, и он дал его. И я очень рад, что сыграл и в Мальте вышел, и здесь в стартовом составе вышел. Очень старался, очень перед игрой переживал, волновался. Это нормально, потому что когда играешь за сборную, есть немного другая ответственность. И очень рад, что команда выиграла. Матч получился очень тяжелым. Показалось, что после того, как команда была в два мяча, что-то немножко изменилось. Или это только ощущение? Тут видите, какой момент был. Мы прессинговали, дали вратарю, он выбил там какой-то кикс, не кикс. И Ильичич, конечно, классный игрок и исполнил удивительно, прям в дальний угол, красиво. Но чтобы как-то мы там проигрывали где-то, наверное, только в конце. Когда команда почувствовала второе дыхание, когда проигрывает команда, она всегда так идет вперед. Но мы выстояли и победили в этой игре. Что в перерыве Станислав Саламович сказал вам? Сказал спокойно, также нужно бороться, также нужно второй мяч подбирать. И мы старались это делать, и во втором тайме, я думаю, тоже справились с этим. Был момент, когда ты оказался на газоне, долго поднимался, врачи оказывали помощь. Что случилось и как сейчас самочувствие? Ну, вроде неплохо. Сейчас после игры посмотрим, сделаем процедуры всякие. Думаю, к Словакии буду готов уже. Сегодня на трибунах были болельщики. Насколько ощущалась их поддержка? Ну, всегда, когда играешь с болельщиками, это какое-то другое ощущение, потому что они гонят тебя вперед, особенно дома. И очень благодарен болельщикам, то, что они нас поддерживали и очень гнали вперед.